Ухо. Часов диеты, часов диеты, диеты, диеты. Тухари сумбачен держал. Алло, Валентина, Адам Азрачев. Тухари сумбачен. Всем ассаламу алейкум, доброго, баракатного вечера, мои хорошие. Многие пишут опять, куда я потерялась. Не потерялась, приехала к своей любимке. Догадайтесь, пожалуйста, где я, у кого я. Кто же это? Ассаламу алейкум, Абдуллаева. Неужели это ты? Это я. Как ваши дела, Абдуллаева? Ой, шикарно, ой, шикарно. Альхамдулилля, альхамдулилля. Приехала к любимке, самому родному человеку, еще с хорошими новостями. Что вы скажете? Пару слов, пожалуйста. Ой, я в шоке. В приятном шоке, да? Это кто? Это кто? Приятного аппетита! Приятного аппетита! Ты чья девочка? Чья ты девочка? Мои дорогие, хотелось бы прояснить еще один такой момент, связанный с моим последним постом. Там идет очень бурное обсуждение, у каждого свое мнение, видимо. Не каждый читает тоже описание, может, не каждый понимает, но у меня слезы радости, наоборот. Ничего не случилось, альхамдулилля, все хорошо, все живы, здоровы. Наоборот, слезы радости. Прочитайте, пожалуйста, описание. Именно вот начало. Это то состояние, когда вы у Всевышнего просите что-то хорошее, благое, очень сильно просите. И Всевышний принимает ваши дуа. Вот это состояние вот у меня на видеоролике. Поэтому огромное спасибо всем за поддержку. Слезы радости, слезы счастья, наоборот. С Патимат вот обсуждали, разговаривали. Патимат тоже заплакала чуть-чуть. Всем ассаламу алейкум. Доброй, баракатной ночи, мои хорошие. Последнее время я особо не веду Инстаграм. Вы, наверное, это видите. Почему? Потому что мы начали работать над статистикой, над публикациями. Скажу даже больше, что много чего удаляю, очень много постов удалила, так как скоро у меня на странице будет новый контент, новый образец, новый формат, новые люди, новые страны. Очень много интересного будет, иншалла. Вот я сегодня добавила одну фотографию свою,
скульптуру сделала на площади после заседания. Знаете, вот... Вот не зря же говорят, вот довольство людей вещь непостижимая. Выкладываю, например, фотографию в широком абайе, в большом, в длинном абайе. Выкладываешь фотографию, и тебе начинают писать. Ты потолстела, как тебе не стыдно с такими формами выходить на улицу. Выкладываешь фотографию в каком-то красивом платье, так скажем, я не скажу, что это облегающее платье, ну, обычное платье, да? Начинает писать, вот, ты надела облегающее платье, как тебе не стыдно? Вот я же говорю, вот, людей не понять вообще. А также сзади меня стоит елочка, и что нужно делать, собственно говоря? Закидать камнями. Рекламирует елочку. Слушайте, Новый год – это такой же календарный праздник, как 8 марта, День матери и так далее. Поэтому от того, что я выложу елку или мероприятие, где стоит елка, это не означает, что я отмечаю этот праздник. Мы все, мусульмане, знаем, что это не наш праздник. Кто хочет, отмечает, кто не хочет, не отмечает. Но мы должны уважать друг друга, уважать каждую нацию, уважать каждую религию, уважать каждую культуру, уважать в целостном. Мы должны друг друга уважать, что и вам советую. И знаете, что хочу сказать? Если вам не нравится то, что я выкладываю, если вам неприятно на меня смотреть, меня слушать, отпишитесь, пожалуйста. Кто вас держит? Нет, разве? Берегите свои нервы. Я же говорю, ни одного человека с негативом, с негативными комментариями ради статистики, ради там... какого-то там количества я не оставлю. Потому что хоть пусть 3 человека будут, которых меня уважают, ценят и любят. И побольше пейте воды. Очень полезно. А всем моим адекватным, моим подписчикам я хочу сказать спасибо большое. Я знаю, что вы всегда ждете, пока я выйду в сторисы. Вам очень нравятся живые сторисы, я знаю. Смотрите, я мультики смотрю до сих пор. Очень люблю Простоквашино. Вот, чуть-чуть терпения, пожалуйста, скоро будет очень много интересного, очень много нового, поэтому не теряйте меня. Всем ассаламу алейкум, доброй ночи, мои хорошие. Сегодня был очень насыщенный, загруженный день, что у меня даже не было времени что-то выкладывать. Знаете, я мечтала видеть палестинских детей вживую. И сегодня мне посчастливилось. Администрация города Буйнакск меня пригласили на благотворительное мероприятие, за что я хочу им сказать спасибо большое, то, что дали возможность увидеть этих прекрасных детей. Знаете, пока я исполняла нашид, я еле-еле сдерживала слезы. Знаете почему? Я вот смотрела на них, такой нур от этих детей. Они такие добрые, они такие красивые, они такие умные, воспитанные. Машала просто, я вот так смотрела на них, и хотелось, знаете, вот всех-всех обнять. Знаете, на этом мероприятии было все для детей. Накрытые столы, еда, подарки, аниматоры, развлекательная программа для детей. Все было на этом мероприятии, все внимание было на них. Знаете, вот все равно в глазах у этих детей такая грусть была. Вы не представляете, вот даже на видео это заметно. Я просто смотрела на них, думаю, я Аллах, столько всего пережили эти дети, эти люди. То, что мы во сне не видели, эти люди пережили на самом деле. И еще знаете, что заметила? Вот сзади них лежали подарки. Клянусь, я вам говорю, пока им не раздали эти подарки, они пальцем их не тронули, хотя они все меня там окружали, все стояли, ни один ребенок не дотронулся до подарка, пока им не дали эти подарки. Самая моя любимая погода, знаете, какая? Когда туман, когда идет дождь, когда идет снег.
людям нравится, когда солнышко светит, а мне просто подавайте такой туман. Просто слово обожаю, не сказать, нельзя говорить, но я очень люблю такую погоду. Посмотрите в окошко. В Махачкале такой туман сейчас. Очередь. Давай, Седик, покажи нам. Ну, так, а вот это. Погнали. Погнали, погнали. Передай ему салон. Пожалуйста. Кто же хочет подарок? Какие у тебя есть желания? Скажи нам, пожалуйста. Да, вот. Видишь, ребята, какой подарок сделали от молодежного парламента, вот такую коляску. Просто собраться с Иславом и все. С кем? С Иславом. С Иславом Махачем? С Иславом Махачем. Ислав, я готов. Где твои ответы? Я готов. Ну все, Саидик, мы ему передадим. Да. Зарплата? Кто дал тебе денежку? Да, да. Дядя дал? Хороший дядя, да? Спрячь, чтобы мама не видела. Ой, он уже тоже хочет кататься. Ассаламу алейкум, уважаемые махачкалинцы. Сегодня мы, депутаты молодежного парламента города Махачкалы, посетили нашего маленького друга Саидика и подарили ему вот такую многофункциональную коляску. Дай Аллах ему здоровья, родителям терпения. Мы будем также поддерживать вас. И, иншаллах, сделаем все возможное, чтобы он поскорее стал на ноги. Сегодня с утра приехали в городской пляж и до сих пор тут находимся. Очень-очень хорошая погода. Так тепло сегодня. Потому что вчера было очень холодно. Вот. Ходите. Прогуляйтесь. Очень хорошая погода. Всем хорошего дня. С городского пляжа приехали в любимый ресторан. Журавли. Ранний фэмос. Наш синий ресторан. Вот. Сейчас будем обедать. Итак, приступаем к обеду, заказали себе самую вкусную еду, но перед едой я обычно пью воду, и вам тоже советую, а что я заказала, я вам сейчас покажу. Сегодня какое-то желание появилось, у меня есть Инстаграм, поэтому я активная. Хочу поделиться с вами одной новостью. Многие мне писали в директе, то, что кто-то создал мой фейковый аккаунт, и вкладывал там мои обычные фотографии, он их увеличивал на 2-3 раза, там какие-то там части тела, и выкладывал. Вот. Я долгое время на это особо внимания не обращала, думаю, ну ладно, человек с диагнозом. Вот. Потом, когда уже все начали мне это скидывать, мне чуть неприятно стало это все. И обратилась к специалистам, получается, к программистам. Вы не представляете. Я даже понятия не имела, что все говорят, в Инстаграме говорят, невозможно. Пятница. Ча-ча-ча. Валентин Харамгин Олег Ашинчес, жака пятница, жма мубарак. Жака от ухдура чарчай. Хур-хур, я росну, а жаня, отняю.
Когда я, объездивший множество стран, усталый с дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился. На гору взошел я с той высоты, всей грудью вздохнул, Дагестану ответил, немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Я, может, в любви тебе редко клянусь, не ново любить, но и клясться не ново. Я молча люблю, потому что боюсь, поблекнет стократ повторенное слово. И если тебе всякий сын этих мест, крича, как глашатай, в любви тебе будет клясться, то каменным скалам твоим надоест и слушать, и эхом вдали отзываться.